Сейчас расскажем о стенде Mizuno. Ну, точнее, попытаемся выцепить технического специалиста, и он нам расскажет. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, о вашем стенде, о новинках, которые представлены у вас на стенде. На стенде, значит, смотрите, в этом году у нас представлены котлы новые. Это конденсационные 24, 30, 35 киловатт. Вот. Причем котлы конденсационные, которые адаптированы именно для России. Так, а как это сказать, в чем заключается адаптация? Адаптация, смотрите, сделана простота монтажа, простота обслуживания и простота ремонта. Mm-hmm. То есть очень много унифицированных запасных частей, да, чтобы потом там не искать где-то запасные части, которые там может где-то не хватать. А теплообменники в основном, я смотрю, силуминовые используются? Нет, корпус теплообменника – это алюминий, не силумин, это алюминий. Сам теплообменник – это бесшовная нержавейка, труба. Ага, понял. Полнопроходная. Ситовские турбина, ситовский газовый клапан. Ну, нижняя часть, я бы сказал, она унифицирована у вас с традиционными котлами. Нет. Нет? Нет. Она унифицирована по гидравлике. Гидравлике, да, но в конденсационных стоит уже, то есть газовый клапан итальянский, ситовский, и стоит настоящий Грюнфос. В традиционных тогда получается. Грюнфос с другой фамилией. Понял, хорошо. Что еще нового у вас представлено на стенде? На стенде колонка с, если можно, колонка с электронной модуляцией пламени. То есть, если человек, допустим, один там пошел в душ, а там другой человек там открыл кран еще какой-то, то есть температура остается заданной, то есть сдается человек температуру, и она держит колонку постоянную эту температуру, независимо от напора. Независимо от протока, разбора, да, получается, да, от всего. Да. А что это вообще за клапана применяются? Это ваши какие-то? Это специальный газовый клапан, который придуман именно нами, вот, но изготовлен в Китае. Получается, насколько я вижу, и ну, скажем так, включение, реагирование колонки происходит, по-моему, по датчику протока, да? Датчику протока, да. Да, здесь уже, ну, скажем так, ушли от мембраны. Да. А вот это что за колоночка? Это турбированная колонка, которая с вентилятором. Интересный дизайн просто в панели управления. Потому что все любят мед, похоже на соты. Вот, ну, то есть я не дизайнер, я инженер, но мне подсказали, что надо сделать так. И мы сделали. Ну, что-то такое, я бы сказал, к вашему корпоративному стилю приближено. Ну, почти. Понятно. Ну, а здесь уже это более стандартные, грубо говоря, это, колонки. Да, это все стандартные. Ну, в принципе, спасибо вам большое за рассказ.